Здравствуй, Айканушджан. Это я, Ашот, ваш родственник из Кялбажара. Здравствуй, Ашотджан. Что-то случилось? Ты знаешь, когда мы вышли, я сжег свой дом, а потом вспомнил, что деньги остались внутри. Можно у вас переночевать? Ашотджан, свекровь приехала из Шуши, дядя приехал из Хардрут. Двоюродные сестры из Лачин приехал. Клянусь Анаитом, мест нету. А можно вещь оставить, Айканушджан? Ты что-нибудь успел взять? Да, только священное. Ой, опять унитаз! Все, кто переехали, все с унитазами пришли. Наш дом это как будто большой, огромный унитаз. Мы даже спим на унитазах. Извини, Ашотджан, мест нету. Извини, Айканушджан. Пока. Знаешь, это древний армянский стакан гурша. Впервые армяне пили чай из стакана, ты знаешь? А это армянский бута, наш. Продаю скульптуру, продаю памятник. Продай священное для меня! Продай! Здравствуй! Здравствуй, брат! Сколько стоит унитаз? Да ты что, это не унитаз! Что, брат? Это памятник! Памятник? Это монумент! Монумент? Это скульптура! Скульптура? Ты знаешь вообще первый раз, кто сидел в унитазе? Кто? Древний великий Тигран. Да, в этом унитазе он сидел и какал. Как? Вот так появилось какающее бюро. Ты вообще знаешь, первый унитаз изобрели древние армяне? Нет. Один армянин, древний добрый армянин, так гулял и почувствовал, что что-то не так. Как? Он так сидел и первый раз в мире какал. Первый армянин. Понял? Хочешь купить? Это священно для меня. Тут знаешь, какие парни сидели? Ты не смотришь, что Тигран великий. А как тут сидел великий Тигран? Ты знаешь, Тигран сам был великий, но попка у него была маленькая, поэтому разместилась, да, понимаешь? Да. Это не просто унитаз, это символ нашей мечты. Нашей мечты великой Армении, понимаешь? Да. Это символ. Дашь $5000. Да. Дашь? Нет. А сколько дашь? 4? Да. О, ты мошенник. Да. Да, бери, где твоя машина? Да. Там, бери. Она осторожно! Осторожно! Она что ты наделал? Сука, что ты наделал? Ах, мама великая Армения!